Как это он его где-то выбил? Он его выбил, я его даже не трогал. Как это он его? Его спроси, как он это выбил. Тёма, где мяч? Он с ним последний раз игрался, и все, ко мне какие проблемы. Да, там где мухи. Понял? А я тут при чём? Его мухи. Так иди испугайся. Ну, кто это был? Где у тебя муха? У нас на районе. Там она. Это Воня. А его это где там? Ай! Я так понимаю, мы больше ничего жарить уже не будем. Давайте поджарим, люди. Давайте шашлычки что-то сделаем. Кого? Чего? Кого? Кого? Да, я туда не полез. Дима! О. Остальные? Шо? Шашлыки. Ты в кроссовках, я туда не хочу лезть. А он в чем? А он боится. Он кто? Маленький. Ты такой маленький, скажи. Давайте мясо поджарим, люди. Мясо ведете. Он будет папа, я туда бежать не собираюсь. Я уже тебя... Я нет, а ты? Нет, я не. Чего ты? Вик, пошли, куда вот мы хотели. Туда лучше посмотри, как красиво. Там? Там солнце. На воде. Смотри, он плывет. Я, знаешь, на чем подумала? Машину, ну, никто не закрыл. Она еще такая теплая внутри будет. Туда, наоборот, туда. Я ее приоткрыл, чтобы она проветривалась. Да? Конечно, я ж... Если бы вас послушал, бы закрыл. Вика, да, пошли, куда ты собиралась? Наверх. Два часа. Ну, давай, ну, вначале, для начала кроссовки оденем, потому что я хочу хорошо наверх подняться. Пошли. Пошли за кроссовками. Пошли за кроссовками. Тёма, если попадет в озеро, ловить будет Дима. Какой? Дима 2. У меня, кстати, уже было в процессе дня предложение этому Диме. Хороший диванчик. Мне понравился, лежит мальчик, думаю, давно. Надо подождать. Лежи давай. 5 секунд, и я это пытаюсь сфотографировать. Да мне это тяжело. Да нам и так хорошо. Так что, мы будем что-то жарить? Да. Мы будем его жарить. А, да, да, да. Все, да встаньте, мы его сфотографируем. Дима на все согласен. А, нет, нет, нет. Я уже тебя сфоткала, успокойся. Нет, мы хорошо посидели. У нас в этом полетели. Дима, мы думали, что это диванчик. Слышишь? Я же не доследу. Такой, смотрите, куда. А у нас все пацаны высокие, стройные. Я тогда тоже была стройная. Хорошая. Да. Худее, чем чуть. А сейчас да, сейчас стала плохая. Сейчас стала, надо худеть. Надо худеть. А кому-то и в ноги меня подкрасили. Чтобы гоняли на трассу здоровья. Нет, меня на трассу здоровья гоняли. На трассе здоровья, а где можешь ты будешь делать? Сидеть на диване? Мы уже будем все. Мы уже будем. Ну, я прикол. Папе ножом чуть ли не в голову. Ух, красотища. Заслуженно. Дедушку, точнее, не папу. Закат, солнце. Да, папу я бы сама перерезала. Его папу я бы сама ножом перерезала. Тут, короче, непонятно, в кого ты. Папу или в кого. Страшно похоже. А потом работала в СТБ «Призма».